Всем привет, дорогие друзья, с вами Джейк, и последнее дополнение, испытание, режим выживший. Странное название, конечно, но это последнее испытание, так что давайте-ка, Аманда, Рэнсом, да ладно, здесь... Да ладно. Ну давайте Аманда подвал. Аманда Даллас. Ну, бляха-муха. Думаю, лучше за Эллен тогда еще раз. Ну все-таки за Аманду мы играли, за Эллен играли, значит еще раз за Эллен поиграем. Логично. Вообще там можно везде побегать. Но все записывать я не буду. Я тупо пробегу здесь по испытанию и все. Так. Угу. Так, смотрим, и все. Патрон для огнемета, мне это нравится, полтинник. Здесь что-нибудь завалялось? Да ладно, подкинули бы, что так тяжело? Карты нет, как я понимаю, не будет, да? В этом подвале мы, по-моему, не были ни разу. Ага, еще хлам. А чё, я не могу создать аптеку? Ладно, погнали. Так, что надо найти? Две карты команды. Там что ли? Бля, карты нету. Сбежать отсюда. Доберитесь до центрального лифта. Так, это не обязательно все. Мило. Круто. Муха, привычка на карту смотреть. Ага. Так, где-то здесь надо перекрывать лестницу. Ага.
Ну, это мы быстренько сделали. Скажу честно, эти испытания я не делал. Вот те еще дополнения я играл немного, так. Ну, прошло я только при вас. У меня 30 минут, чтобы пройти игру. Здравствуй, красавчик, как красиво. Может, он бы не увидел бы меня. Ну, я чувствую, он бы увидел так и так меня, но... Да вы что, угораете? Ну, если так будет продолжаться, я не знаю, что делать. Так, тут ничего не было. Не знаю, зачем мне Саша Г. Саша Грей. Отлично. Так, тупо идем. Лестницу перекроем, все отлично будет. Это было... Я тебя понял, я тебя прекрасно понял. Говнюк ты мелкий, я тебя прибью. Удали системные данные, значит, на втором этаже, да? И на третий надо. Кто еще не понял, мы на станции Севастополь. Где-то в других местах. Так. Так, собрать две карты команды. А где их собирать, я без понятия. Вообще без понятия.
Так, здесь вообще даже ничего не обозначает. Алло. Теперь тупо уходим отсюда. Да ладно! Вы хотите сказать, что я за 4 минуты прошел? Бля, я еще две карты не собрал и не удалил системные данные. Кто ж знал, что на этом этаже прям лифт? Множитель. Ну ладно, фильтр. Что за фильтр? Так, команда, смотрите-ка. Кто-то выиграл все-таки. 8000 заработал, 39. А, нет. Ладно, пофиг. Сейчас увидим тогда другой раз, мы это быстро прошли, по сути. Да, у нас еще минут 30 есть. Раз Аманда была, Ransom. Играть все. Не, давайте-ка это сначала. Эллен. Конечно, Эллен. Нет, ну я не знал, что так быстро пройду, конечно. Тридцать минут. Нет, ты лучше вырубись. Так, опустошить шлюз. Удалите записи с сервера. Ну и все, больше ничего нельзя подобрать. А здесь мило, я смотрю. Хотя бы здесь аптеку можно создать? Нет. Нет, нет, нет и нет. Как тупо. Так, стоп. А мне туда, статик. Ладно. Я опасался здесь жить. Милое место. Реально классное даже. Ладно, пойдемте. Попробуем. Это падали, вылезет в любую секунду. Второй раз, мне кажется, это зря, да? А, здесь мы были, кстати, по-моему, ребят. Место такое знакомое. Дожидается кого? Понятно. Понятно. И я труп. Я труп.
Бля, ну хотя бы карту бы, да? Я ведь икону собой. Это было больно. Это было. Это что, специально? Так. Я труп. Я это вижу? Болтер. Ну, бляха-муха, что сделать тогда? Я без понятия, алло. Здесь питание, камера отрубается. Удалить записи сервера.
Я просто от испуга не туда нажал. Я сейчас просто сыкую. Я явно здесь был. Ага. У меня 30 минут, все на про все. Это тяжело. Хотя бы, кстати, здесь фонарик есть. Ну. Молодец! Я молодец! Испытание заново? Блять, да ты издеваешься? Нет, давайте я другое испытание тогда выберу. Логично, да? Да я понял. Давай в главное меню. Сейчас выберем другое задание, потому что чё сейчас буду на этом-то задании-то делать? Мне это не нравится вообще в упор. Линград. Вот здесь, последний приют. Вот здесь поприятнее. Получить задание в терминале, выполнить задание за предметы. Используйте предметы, чтобы улучшить. Да, Аксель, Линград, Хьюз. Я, честно скажу, не понимаю, кто это. Давайте Аманда. Так, ну быстрее давай грузись, отлично, выжить. Ну да, здесь красиво. Не, я ошибся, я бы здесь бы остался, но посмотрите, как тут красиво. Для сохранения нужно 2500. Окей, хотя бы здесь сохранение есть. Ага. Войти в терминал. Я без понятия, что это за испытание. На ней хотя бы карта, да, да, она есть. Где через 500 появится. Да, я смотрю, здесь немного всего. 200 очков. За что? За каждые 20 секунд, что ли? Я думаю, мне сюда. Так понять бы, каким.
меня даже оружия нет, зачем вы даете мне? Что мне надо сделать? Запустить какой-то генератор. Походу вот это генератор. Так предположил только. Вряд ли здесь что-то есть. Но я лично ничего не вижу. Может, я слепой? Не знаю, каким чудом, но ладно. Так, коктейль молота пригодится. Плюс 50. За что? Я тупо кругом хожу. Патроны. Да зачем мне они? Это куда? В столовую, что ли? Ну да, смотрите. Зачем? Логика. Уже 700, и я не пойму зачем. Так, окей, сейчас возьмем это. Ну, дернем. Установить подачу энергии. Понятно. Понятно. Я помню, только запомню, что здесь он валяется. А что будет, если снизу время дойдет до конца? Любопытно стало. Сколько у меня хлама-то? Сейчас будет забит уже. Я же отсюда пришел. Ну да. Так. Еще раз надо пройтись, посмотреть. Может, сюда надо? Значит, в той огромной столовой что-то было? Как я пропустил? Да зачем мне заряды для дробовика и всего этого? Ни одного еще не увидел. Так они раздают просто так направо и налево. Значит, правда, в столовую надо идти. Ну, я ее буду в столовую называть, потому что это похоже на столовую. Ну, здесь никого нет. Единственное, что открывается... Понятно, почему открывается. Понятно.
Я что-то пускаю. Так вот не пойму что. Не пали контору. Для чего мне патроны? Я вообще не пойму, что здесь происходит. Я больше рассчитываю, что здесь где-то чужой бродит, но... Как вы все прекрасно видите. Как мне на кухню попасть? Там дверь закрыта. Где? Какой генератор мне надо запустить? Я уже все обижал. На все кнопки нажал. Угу. Все. Секунду, я еще раз к нему подойду, посмотрю, может что-то есть у него еще. Не пойму ничего. Окей, посмотрим, может сюда? Что-то я не пойму. Здесь. Явно из-за этого звука мне сюда. А где? Я что, резак не взял? Рюкзак там валяется. Ага, почти создал. Не знаю, куда я иду. Так, это патроны. Еще патроны, да ладно. Еще патроны. Как бы нужен и он резак. Ну ладно, полезли дальше. Не пойму логики. И я скоро смогу сохраниться. Еще сотня, и я смогу сохраниться там. Так, сюда. Но здесь тоже ионного нету. Логично предположить, чтобы он здесь валялся. Но, наверное, по скрипту он будет тут валяться, да? Вдруг его не было, и вдруг он появился. Ну а чё, может быть такое. Ну как бы всё, да?
Так. Я понял. Но вдруг не открывалось, а открылось, да? Ну да. Значит, его нарезай где-то здесь. Так, куда дальше? Ну все. Тут же ничего раньше не валялось. Что, решили подкинуть? Прервать испытание, окей. Ну, как бы да, вот такое испытание у нас получилось. Три испытания, по сути. Одно, конечно, мы не сделали и вряд ли сделаем. Конечно, можно так тупо записывать все эти испытания, но я не вижу смысла. Так, вот второй этап. Найти ящик с припасами. Найти припасы. Болтер и патроны. Справка. Понятно, все. Тогда я понял. Тогда увидимся мы уже в других прохождениях, потому что с Alien Isolation я закончил полностью. Все вам показал. Всю сюжетную прошел, дополнение прошел, которое является отсылкой к оригинальному фильму. Как бы все, тогда не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Все ссылки будут в описании, всем удачи и до скорой встречи.